Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 19 августа 2023 года, и я возвращаюсь к обзорам нашей замечательной ожившей поэзии, обзорным концертам. Я их называю концерты попурри, которым, к сожалению, мы далеко не возвращались, запустили этот цикл, ибо у нас сейчас подготовка книг, уже 7 книг я подготовил нашей замечательной ожившей поэзии, 7 новых книг у нас будет, некоторые книги будут в печатном виде, некоторые книги будут в виде электронном, потому что, к сожалению, издательство не пропускает композиции патриотического содержания. Очень, очень это удивительно. Сейчас такое время, как казалось бы, наоборот, они должны это приветствовать, но, увы. Итак, сегодня сейчас вы услышите концерт попурри из наших произведений последних нашей замечательной ожившей поэзии. Я буду объявлять название каждой композиции. Итак, начинаем. Начинаем с композиции на стихи нашей замечательной поэтессы. Я считаю, королевы романса Вероны Шумиловой, вот только-только написал. Композиция называется «Как жить без тебя». Далее тоже будет романс на стихи Бориса Поспелого, только-только тоже написал. Далее будет на стихи Николая Орлова, тоже композиция только-только написал. И новый у нас будет композиции, который появился благодаря тому, что у меня появился друг, который играет на саксофоне, и мы воспроизводим старые замечательные песни. Так что это довольно-таки для меня новая стезя, поэтому особо не судите. И саксофонист, в основном он хоть и профессионал, но он профессионал такой, который этим не занимался. Он играл в оркестрах, поэтому много у нас будет накладок, но все равно мне хочется показать вам наши композиции. Итак, начинаем. «Как жить без себя» — стихи Вероны Шумиловой. Музыка, исполнение везде Самуил Фрумович. Начинаем наш концерт попурри. Тайно-поэтическая композиция «Сон», романс на стихи замечательной поэтессы Веруни Шумиловой. Композиция называется «Как жить без тебя». Музыка, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Представляю, я рисую, где живем.
представляю, я рисую, где живет любимый родной. Я над картой каждый раз колдую. Строчки полетят тебе сейчас, я открою тайну, что я прячу. Скажет, когда свой этот час, не требую от жизни сдачи. Я пишу, открой мне дверь свою. Ты услышишь сердце чары звоны, а потом скажу тебе, я пишу, открой мне дверь свою. Ты услышишь сердце через звон, а потом скажи тебе, люблю. Нарушая всякий закон. Следующая композиция «Желание», стихи Бориса Поспелова. Это у нас концерт по времени. Я буду сокращать стихи композиции в интернете, стихи замечательного поэта Бориса Поспелова. Композиция называется «Желание». Музыка исполнения Самойлов Ромович из цикла «Жившая поэзия». Если вдруг мне тебя не хватит, приходи, проливным дождем, лишь с неба свои объятия. Мы опять постоим вдвоем, не мешая спешит прохожий, чистороги от цветы, поцелуй проверить сможешь, что реальный я и ты, не мешай спеши, прохожий, чистороги от цветы, поцелуй. Солнцем лучом надежды, океаном для корабля, как в начале времен, как прежде, но проснется любовь твоя, ярким солнцем лучом надежды, океаном для корабля, как в начале времен. Как прежде, но проснется любовь твоя. Следующая композиция на стихи Николая Орлова «Уже три года длится осень». Друзья, послушайте. Эти композиции только-только написаны. Они есть на нашем сайте, поэтому я сокращенно даю их. Уже три года длится осень, воздыхать чувства страсти.
том, что было, но прошло. Остались звезды ожидания, что будет просто и светло, и в бесконечности терзания о том, что было, но прошло. Остались звезды ожидания, как много девушек хороших, прекрасная старая песня на Самоевского. Старую замечательную песню, как много девушек хороших, в исполнении Самуила Фомовича и саксофон Юрий Исхаков. Сегодня тоже, друзья, послушайте нового музыкального поэта Игоря Апрельского, на стихи замечательного поэта Игоря Апрельского. Композиция называется «Мой август». Музыка исполнения Самуила Фомовича с его «Ожившая поэзия». Mm-hmm.
Песня первой любви Арно Бабашиняна, музыка, саксофон, старую песню Юрий Исхаков, музыка Арно Бабашиняна, исполнение Самуила Фрумовича. Песня первой любви в исполнении Самуила Фрумовича, саксофон Юрий Исхаков. Yeah.
Сергею Есенину, вновь и вновь тебя молю. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию. Почему? Стихи Ольги Морланд, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Жизни приходится выбирать.
ты не знаешь, дорогой любовь, ты никогда не поймешь это слово, ты живешь только ради себя, ты один будешь снова и снова. Грустите, скажите о чем. Стихи, но для нас здесь ломаются. Музыка исполнения здесь. Архангел.
Друзья, я заканчиваю наш обзорный концерт нашей замечательной ожившей поэзии, новые композиции нашей ожившей поэзии, попурри из этих композиций, составленная нами сегодня, вы послушали. На каждую композицию вы можете легко найти на Ютубе, на моем канале Самуил Фрумович. Спасибо за внимание, всем доброго, до новых встреч.